Волшебная Гавана. Я тут уже бывал. Неизгладимые впечатления. Знакомые лица? Нет, нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Верно. Преступникам вроде вас нужно быть начеку. Совсем недавно Англия с Испанией вели войну. А теперь я торгую с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. А где тут лучшие койки? Я бы сейчас вздремнул. Скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же! Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем. На случай недопониманий. Ладно, подожду. Выпью чего-нибудь. Отлично, выпейте. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько ж надо было награбить, чтобы угодить сюда? Леди. Вы близко знаете эти дамы? Нет. За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет, что вы, право. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Вот, здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан. Такой, как ваш. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продают. Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Этот мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. Но и он сгодится. О, черт возьми. Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. Боже мой, какой вы ловкий!
Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Да, неплохо сказано. Кажется, приметил. Мы близко. Держитесь! Отчистил меня! Боже, что теперь будет? Не могу дышать. Сердце не бьется. Стой, или я тебе колени переломаю. Стой, или я тебе колени переломаю. Я рядом, гаденыш. А вот и я. Ты в гавани не скроешься! Не в тот карман ты полез. Расхлебывай последствия. Слава богу, вы живы. Разумеется, это так, отребье. Да уж. А, мы на месте. Не спешите, я буду тут. Приятно встретить валийца в стране Даго. Сам из Англии. Коротаю время до следующей войны. Повезло Георгу. Такой подлец ходит под его флагом. Эй! Олух! Твое лицо мне знакомо. Ты ж водишь дружбу с пиратами в Нассау. Замолчи, не то набью тебе рот свинцом. Эдвард, так ведь? Поганец! Я предупреждал. Хотите драки? Будет вам драка. Ну же, сюда. Сейчас проверим вашу силу. Ай, минус!
Маритеро! Едет солдата! Корре! Вы не бросите меня! Я найду вас! Перро инглес! ¿Todavía sigue ahí esa pequeña rata? ¡Intentad que no escape! ¿Todavía sigue ahí esa pequeña rata? ¡Idiota! ¿Creías que no te veríamos? ¡Ya te tenemos, gusano! ¡Mo! ¡Es mío! ¡No escapará! ¡No lo perdáis ahora!
Dejaré que los chicos se encarguen mientras me voy de bombas. Pero por plata hago mucho más. ¡Socorro! Voy a morir de soledad. ¿Crees que ningún hombre va a mostrarme cómo se ama a una mujer? ¿Qué puedo hacer por ti? No puede ser. ¿Verdad? 33 y 17. ¿Alguna vez has tenido dos zorras en tu madriguera? ¡Socorro! Voy a morir de soledad. El bacalao está de oferta. A ver lo que dura. Простите за скорый уход. Размолвка случилась. И не только у вас. О, Господи. Простите, виноват. Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы, что вы. К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт. А куда пошли? Боюсь, я без понятия. Эти господа могут знать, но мой испанский, мой молдат. И лучше не спрашивать. Черт! Ладно, нам надо вернуть мои карты. А сахар? В кальсонах унесем. Поживем, увидим. Вы ведь не против, что я иду к вам? Лишь бы не путались под ногами. Бондар! Кажется, я понял, в чем дело. Тихо! Боюсь, они рядом! Назад!
Deus Subраминио. Разделимся, чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня. Sete stati nam plafuntissimum frenum. Ob subterfugium et umbra. Ficamus set peraguratium. Buenos dias, senor. Вы опоздали. Да, сэр. Да, прощение просим. Нас задержал капитан. Вака. Бисе хентурон. Ут пулице синфестан вестрис хениталибус. Этиве манете... Капитан Мендоса? Да, он будет рад встретиться с вами. Только он должен явиться на... поверхности. Por aquí no se mejor diversión. И я. Как колокол позвонят, пора. Пойдете с нами? Ту! На смерть! Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за рабов не расплатился. Да тенко тиро! Да, сэр, капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Отлично. Ну, перестаньте ahora! И я. Как колокол позвонят, пора. Пойдете с нами? Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за работу расплатился. Да, сэр, капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Отлично. ¿Estará mal de la cabeza un poco hoy? Колокол, сеньор! Скоро начнется казнь! Главный смешка! Уже почти. Arco
vienes de pasión por mí, así. ¡Sudá! ¡Sudá! El caballero está nervioso. Почти. Сеньорита, ты опять сюда. Сюда. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си, си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Да, но сахар с Барбадос, высший сорт, мы доставили его в замок. Его хозяин затеял драку вчера, сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет, капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой! Вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор. Это Эль Тибурон. Он человек губернатора. Thank you.
¡Alto! ¡Sí, tú! ¡Amigo mío, te tengo encañonado! Un momento. ¿Y si está escondido? Aquí no hay nada que ver. ¡Largo! ¡Música para las almas! Siempre les preceden esos picapleitos que no dejan de cacarear sobre impresos e impuestos. Por aquí no se pasa. Bien claro. Último aviso, ¿me oyes? Obedece, oirás a la horca. Imprudente.
quien llama. Se ha dado un golpe en la cabeza. ¿Qué diablos está haciendo? Pero el crimen de poca monta no parece ser el tema principal. Anoche intentaron colarse por la parte trasera. Soy mucho más limpia que... Suena muy bien. Ладно, идем. Yeah.
¡Ben, vuelve aquí! Cree que se puede escapar. Me rindo, se ha esfumado. С сахаром не вышло. Рук не хватило. Ничего страшного. У меня есть груз, чтобы окупить поездку. Вы задержитесь? На пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Ха, разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже. Вот приключение. Но нет, нет. Я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только развлечение, Дункан. Эй, Боннет. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. А, тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор. Слишком уж я задержался.